Новым годом, дорогие друзья! Вы смотрите наш «Покажи класс»! Прошел веселый праздник, отгремели яркие фейерверки, каникулы закончились. Степашка, как ты провел это время? Как-как? Коньки, санки, снежки. А еще наслаждался ничего не деланием в зимнем лесу. Как это делает наша конкурсантка? Ну да. Заснеженный лес всегда напоминает мне сказку. Да, и настроение сразу романтично-поэтическое. Интересно, а стихотворение про январь уже кто-нибудь придумал? Конечно! И прямо сейчас нам его расскажет следующая участница. Класс, давайте послушаем. Давайте. Открываем календарь. Начинается январь, в январе много снега на дворе. Снег на крыше, на крылечке, солнце в небе голубом. В нашем доме топит печка, с неба дым идет столбом. Браво, ребята! Какие же вы молодцы! Снимайте интересные видео и присылайте на наш конкурс. Мы смотрим их с большим удовольствием. А лучшие ролики показываем в эфире. Не пропускайте наши выпуски на канале Карусель!